Добрий день. Учора, 13 лютого, у світі відзначався Всесвітній день радіо. Гэта свята, прымеркаванае да адкрыцця ў 1946 годзе радіо ААН. У пасланні з гэтай нагоды генеральны сакратар ААН пан Гімун сказаў, што ААН выкарыстоўвае радіо ад самага пачатку дзеля таго, каб дастукацца да сэрцаў людзей ва ўсім свеце, і яно радуе, з'ядноўвае людзей, дзе б яны не знаходзіліся. Выдатныя словы. І вось з гэтай нагоды, гэта дня радыё, пра якое, напэўна, не так добра і ведаюць у Беларусі, бо адзначаецца крыху іншы дзень радыё, 7 траўня. Мы і сабраліся тут пагаварыць пра загадкі, таямніцы, магію радыё і пра яго будучыню. Сёння ў телестудыі Радыё Свабода, вядомыя і папулярныя журналісты гэтага радыё, перадусім наш госць, аўтар і вядучы папулярнай культурніцкай праграмы «Паверх бар'ераў», ён жа пісьменнік Ігар Памеранцаў, і сталая вядучай інфармацыйных праграм Беларускай службы Радыё Свабода Алена Ціханович, і я, Вячаслав Ракіцкі, чыю праграму «Беларуская Атлантыда» вы мелі магчымасць слухаць цягам 10 годзе. Калегі, я не буду вас пытацца, ці любіце вы радыё. Мы любім радыё, і мы працуем на ім. Але вось я хацеў бы вас запытацца, за што вы яго любіце, і ці слухаеце вы гэтае радыё паза сваёй працай, Ігар? Ну, вы знаете, действительно, вот здесь у тебя есть семья, да, дети, жена. Вы знаете, лучше их любить, чем не любить, поскольку любовь – это чувство творческое, конструктивное. Ну, конечно, я занимаюсь тем, что я люблю. За что я люблю? За то, что у радио очень много всяких смыслов. Ну, мы сейчас, я бы не хотел сейчас говорить про физику радио, то есть, все техническое, да, беспроволочная связь и так далее. Но у радио есть еще и своя метафизика. Вы знаете, человечество впервые оценило радио в 1912 году во время катастрофы «Титаника». Оказывается, на первом этапе катастрофы радио было отключено, и поэтому к ним не пришел никто на помощь. Потом радио включили, но это был хаос, конечно. И, в конце концов, поэтому удалось спасти сотни людей. Вот так человечество поняло, что радио и жизненно, и даже, я бы сказал, смертельно необходимо нам. Вы ведаете, вот я зараз вспомнил себе вельми маленьким. Памятую, я сбирался у 12 красавіка 1961 года збіраўся ў школу. Мяне апранала бабуля, і ў гэты час з радыёкропкі, памятаеце, такія былі радыёкропкі, раздаўся голас, здаецца, Левітана, такі магутны голас, які заявіў, што Гагарын паляцеў у космас. І вот з гэтага моманту радыё ўвайшло ў маё жыццё. Я зразумеў, што вот з гэтай скрыначкі я магу пачуць нешта вельмі і вельмі важнае. Лена, а калі вот у ваше жыццё ўвайшло радыё? Ведаеце, я таксама ўспамінаю радыё са сваіх вельмі малых гадоў. І я вам хачу расказаць такую гісторыю, як я якбы паспрачалася з радыё, таму што я вырастала ў такім маленькім мястэчку, яно носіць такую рамантычна-рэвалюцыйную назву, горад Дзяржынск. Ну, але правільная Койданава. Правільна Койданава. Ведаеце, драўляны дамок такі пабудавалі мае бацькі, і ў маім маленстве была печ. Вось калі бацькі адыходзілі на працу, я ще не хадзіла ў школу. Ясна, што я думаю, мне было гады 3-4. Я ўспамінаю сваё маленства, што я сяджу на печы і слухаю радыё. І вось я слухала яго гадзінамі. І кожную гадзіну, значыць, там сігнал, вы гаворыць Мінск, а зараз апошнія паведамленні. Я іх выслухала, але не любіла паведамленні, таму што там былі казкі для дзяцей, там былі нейкія радыё-спектаклі. Гэта мне было цікавее. Ну, гэта апошнія паведамленні. Праз гадзіну зноў. Гаворыць Мінск, столькі-то гадзінаў, а зараз апошнія паведамленні. Праз гадзіну зноў я кажу, Боже мой, колькі можна, ўжо ж былі апошні. Я беру валінак і кідаю валінкам в это радыё, таму што вот яно мне падманула, таму што былі апошні. Ігор, вы понимаете? Это значит последнее. Вы знаете, я вспоминаю не детские впечатления, а взрослые впечатления. Это 70-е годы. Это аресты в Украине, это аресты в Москве. И как жизненно необходимо было услышать имя арестованного, это значит, что он не забыт. Это значит,
В этом была вот своя как раз магия. Это была протянутая рука помощи. Али, вы уже вспоминаете «Радио Свободу», видать? Это и «Голос Америки», и «Радио Свобода». И потом я эмигрировал в 1978 году из Киева. И это была очень трудная эмиграция. Мне дышал в затылок КГБ. И все мои друзья, они волновались, переживали. И вскоре после эмиграции я оказался в Мюнхене, буквально через 2 недели я был уже в эфире, и мне потом писали, что это было колоссальное облегчение. Значит, что он не просто выжил, а что он продолжает говорить. Поэтому вот такие драматичные моменты у меня прежде всего связаны с радио. Вот, я так само еще один мой вспомин с дзяцінства, позднее уже крыху, я весь час не разумел, что робить мои батьки, коли уже станет тепло, я засну, и яны нечто шипело, стояли вот такие батареи, силкование, вот питание такое великое. И тогда я чу, вот этот гол «Радио Свобода», и я тогда подумал, боже, неужели я, вот как бы я хотел вымовить это, говорить «Радио Свобода». После этого вымовлял сотни, может, тысячи разов. Игорь, как вот с того часу изменилось радио? Что оно сгубило? Что оно было вот с тех вот наших часов? Что потеряло радио? И что обрело? Вы знаете, принято, вот поэты любят ругать массовую культуру и массовое искусство. Я никогда этого не делаю. Массовая культура и массовое искусство живут своей жизнью. В конце концов, радио – демократичный жанр. Оно адресовано миллионам. Поэтому я спокойно отношусь к так называемому попсовому радио. Да? Которое сейчас на FM, да? Которое на FM, и оно победило, и, в общем-то, оно равно публике, которая слушает. Но есть другая публика, есть другие радио, например, есть американское радио, public radio, общественное радио, есть земельные радио в Германии, высоколобые, они адресованы людям со средним и высшим образованием, и эти радио не боятся и не избегают сложно подчиненных и сложно сочиненных предложений. Есть великолепные английские радио, например, BBC 3 и BBC 4, это очень интеллигентные радио, аудитория 4 миллиона, нас не так мало. Поэтому я сейчас говорю о серьезных радио. И они играли и продолжают играть огромную роль и социальную, и политическую. Но меня больше всего на радио и в радио волнует человеческий голос. Вы знаете, я часто и с музыкантами говорил, ну и сам думал о том, какой у меня самый любимый музыкальный инструмент. В конце концов, я всегда прихожу к выводу, что человеческий голос. Нет ничего более драматичного, комичного, богатого, чем человеческий голос. И вот для меня радио — это прежде всего вот этот маленький филармонический зал, камерный даже зал для людей соло или для камерного оркестра, людей, которые обмениваются мыслями, чувствами. Поэтому для меня радио, как говорят философы, имеет экзистенциальный смысл. Я хочу протягнуть вот этой думки, оценки. Сапраўды, калі мы параўнаем вот наши дзіцячыя ўспаміны, і беларускі опыт, так і савецкі опыт, то сапраўды радыё з такой хатняй аднаго голаса, аднаго пункту погляду, оно стала, па-першае, мультылінгвальным, мультыжанравым, і оно стала спецыялізаваным. Што оно страціла, Слава? Оно страціла ролю такога хатняга аракула. І другое, што яно набыло, яно стала фоном нашага жыцця. А той фон жыцця і тых суразмоўцаў мы можам выбраць. Это вялікія рэчы, это вялікія дасягненні. А вот сёння можна пачуць, і магчыма нават з гэтым можна пагадзіцца, што вось тая функцыя радыё, як перадавальніка навінаў, інфармацыйная функцыя, можа даволі хутка знікнуць, таму што мы маем шмат носьбітаў сёння інфармацыі, перадавальніку інфармацыі, але ў радыё ёсць вельмі адна важная функцыя ад самого яго пачатку. І тут, Ігар, асабліва вам будзе гэта з вамі цікава, магчыма пра гэта дыскутаваць. Радыё з пачатку стала транслятором культуры, а пасля нават само пачала ствараць мастацкія творы, мы можам назваць радыё, спектаклі і гэтак далей. То есть не знікнець, вот ці ёсць небяспека згубы вось такой функцыі радыё. Сёння, калі кіно, тэатры, тэлебачанне, інтэрнэт, флэшкі і гэтак далей. Вось як транслятор культуры. Вы знаете, любая культура, она у истоков своих, она прикладная. Если мы вспомним рождение, зарождение кинематографа, это же балаганное
происхождение кинематографа. Его смотрели там наряду, там приходили в цирк, в балаган, смотрели женщину-паука, которую демонстрировали, а рядом шли какие-то, да, кадры, на которых вертелись какие-то комичные люди в цилиндрах. Постепенно набрала силу, постепенно из балагана превратилась в искусство. И примерно то же самое произошло и с радио. Радио действительно было прежде всего источником информации. Но, кстати, вот это слово «источник», оно очень важное. Источник может быть мутным, да? А может быть чистым, может быть утоляющим. Поэтому я не пренебрегаю даже вот этой функцией радио, информационной. Но параллельно развивалось еще всякие другие свойства измерения радио. Радио действительно превратилось в жанр, в вид искусства. И вот я уже работаю на «Свободе» около 30 лет. Я как раз занимаюсь радио как видом искусства, как жанром. Я не ищу мотиваций журналистских, поводов. Мне нужны инспирации. Но пока что я их нахожу. Лена, а вас попрошу у оборону информации на радио. Ну, Слава, тут, конечно, можно спрашаться, что не зникне. Не зникне потреба информационного радио, потому что не только деля музыки мы включаем, не только деля голоса нечего приемного, а информация, новины, будь то новины политичные, будь то новины, як там на дорогах и так далее, это будет. Але, протягуючи тему театр, видите, я вчора была у осяроді чеських колег, які відзначали Сусветний день радіо. Ну, там говорилося більше про історію чеського радіо, і там згадувалася одна така історія, що, ясно, у кожного радіо, згадаємо, Слава, не тільки там театр був, але при кожному радіо закладувався так само симфонічний оркестр, тому що це була вельми важлива частка продукції радіо. Так ось, в чеській історії важлива така подія, це була будовництво Народного театра, а потом его пожар праз некалькі дзён. Пасля того, як з'явілася радіо, яны на гэтую тэму паставілі радіоп'єсу. І папярэджваюць, што высылаецца п'єса паводле гістарычных падзеяў. Але людзі, якія слухалі гэта радіо, гэту п'єсу пра пажар Народнага театра, там настолькі треск этого огня, гуки пожарных сиренов, крики людей были настолько реальны, что люди, слушающие это радио, начали выбегать на улицу, глядеть о той бок, где там дым, где что. Это говорит про то, в сенсе радио, ты кажешь, театр будет, не будет. Ведаете, чем оно еще интересное? Потому что в сравнении с телебачением мы включаем гук, мы включаем картинку. Радио включаешь гук и включаешь свою фантазию. І ось гэта вялікі, якби, вялікая прыступка таго, што чалавек можа ўявіць. Ну, слухай радыо, можа ўявіць, што гарыць. Давай цяпер, можа быць, ад прыроды радыё. Ад прыроды радыё перайдзем да радыёперадавання, да радыёвяшчання. Радыё тут прайшло вельмі вялікі шлях. Ад кароткахвалева да частотна-мадуляцыйнага. Цяпер гэта можна, вось гэта не выпадковыя тут прылады, стаюць вось стары радыёпрыймач, якім можна слухаць яго на кароткім хвалях. Вось, калі ласка, нетбук, яго можна, радыё можна слухаць праз інтэрнэт, iPad, iPhone. Я цяпер магу з айфонам ісці і слухаць радыё. Радыё перадаецца сёння самымі рознымі спосабамі і найбольш папулярны, напэўна, асабліва ў маладых, прасунутых пакаленняў, з'яўляецца інтэрнэт-перадаванне. У якой ступені гэта можа паўплываць на жыццё радыё? Пахаваць яго, пахараніць яго, ці наадварот уратаваць, прадоўжыць яго жыццё? Як гэта, ці дасць гэта нейкі, вось усё гэта, нейкі новы імпульс для развіцця ўласна радыё, Ігар? Вот часто говорят о писательстве. Значит, сначала писатели писали пером, да, потом у них появилась автоматическая ручка, потом машинка, наконец, теперь интернет. Я думаю, что интернет для писателя гораздо удобнее, чем машинка, поскольку можно легче править, и ты видишь текст, ты видишь контекст. Вообще, надо сказать, современная технология, она как раз может возродить какие-то такие архаичные черты культуры. Например, люди с достатком в XIX веке обменивались письмами несколько раз на день, они посылали их с нарочным.
И примерно вот это позволяет нам теперь делать имейл, почта в интернете. Странным образом, там не получается вот лихо забегать вперед и идти впереди прогресса. Наоборот, благодаря технологиям мы можем возродить какие-то замечательные свойства прошлого. Ну, конечно, они не абсолютно повторяются. Поэтому у меня никакого протеста не вызывает технология. Речь идет о тех, кто пользуется этой технологией. Вот в руках разных людей новые технологии могут быть или пагубными, или наоборот конструктивными, и точно так с радио. Все равно в основе радио остается человеческий голос и звуки. Кстати, вы знаете, для меня драматургия радио рождается не когда там сообщают о низвержении вулкана, а для меня драматургия радио — это прежде всего сосуществование и столкновение звуков. Вот как они в эфире трутся носами, дают друг другу пощечины, шепчут друг другу что-то на ухо. Вот это, с этого начинается драматургия радио для профессионала. Алена, вот мы уже сидим зараз перед телекамерами. Кольки годов мы с вами гучали оттуль, з эфиру, наши голосы, только наши голосы, нас не бачили. Вот мы раскрываемся уже перед телекамерами, теперь нас и бачат. Як вось гэта ўсё, ці не знішчыць гэта радыё, як вы бачыце будучыню радыё, увогуле, і магчыма радыё свабода, таго наша любімая радыё, якому мы служым? Ну, гэта дыскутаванае пытанне. Сапраўды, ці трэба, каб людзі бачылі гэтага чалавека або проста ведалі яго голас. Памятаеце, той же Левітан. Вот, здаецца, казалі, што ён быў такі маленькі, незрачны чалавечак Левітан, правда? А голас яго быў такі. І таму мы крышку якбы баронімся таму, каб паказвалі там вот нашу кухню, паказвалі, што як мы сядзім у шах і всё некі такія дэталі. Але магчыма, мы прыйдзем і да таго, каб праз веб-камеру чалавек мог трошку паглядзець. Ну, а вот так Ціхановіч выглядае, але я думаю, што так ён задаволіць сваю цікавасць і потым будзе далей слухаць. Для нас важна, сапраўды, каб, што датычыць Беларусі, Слава, каб вот не праз такія прыймачы, каторыя трэба там трымаць, прыкладаць да батарэі і так далей. А каб кожны беларус меў айпад? Меў айпад, або в радыё, в машыне слухаў радыё «Свабода» і так далей. Не толькі FM-радыё, не толькі Руская радио, а радио «Свобода». Магчыма, так сказать, переворот у розумах был бы больше. Игорь, я хочу зараз сказать нашим глядачам, слухачам, читачам, что Игорь Помиранцев, окромя того, что радиоведучий, еще довольно популярный письменник, и одной из центральных тем у него является аккурат радио. Может, даже центральный персонаж многих творов есть радио. Вот я даже тут бачу книгу «Ваша радио С», вот тут службовая лирика, вот книга «Радио С». Так само это проза, это поэзия, службовая лирика. Игорь, який вобраз радыё для вас самый важный из тех вобразов, якія ёсць у гэтых кніжках? Я работаю на радио более 30 лет. У меня гигантский радиоархив. И я должен сказать, что среди моих записей уже много очень голосов умерших людей. Я бы даже сказал, что мой архив, радиоархив на глазах превращается в радиокладбище. Но по законам физики наши голоса, выходя в эфир, выходят в космос. Если они выходят в космос, они становятся бессмертными. Поэтому для меня главный образ радио — это противостояние смерти. Время от времени я поднимаю свое радиокладбище, извлекаю голоса, даю их в эфир, я даю им проветриться, подышать. Голоса звучат молодо, свежо. И вот в те минуты, пока они звучат, эти люди живы. Вот это для меня главный образ. Противостояние смерти. Дякую, великий. Я думаю, что завершаючы гэтую праграму, нашу размову, мы павінны, напэўна, пагадзіцца, калі са словамі Марка Твена, які мы, напрыклад, пераадрасуем радыё. Чуткі пра маю смерць былі занадта заўчаснымі. Ці перабольшанымі. Так, перабольшанымі. З вами преувеличанымі. З вами былі сёння Алена Ціхановіч, Ігар Памеранцаў, я Вячаслаў Ракіцкі. Абавязкова пачуемся ў радыё Этэры.